Странно, что ничего не видел про это в ваших соцсетях. Это ваш Facebook, да? Да. Но это группа. Это, а, да. То есть группа, то есть вы к ней отношения не имеете? Я имею к ней отношения. Потому что здесь но... есть пост как бы от вашего имени, что Инстаграм и Твиттер. Да, но мне просто лень этим заниматься, если честно. А Инстаграмом личная... не лень? Инстаграмом не лень. То, что у меня есть мои личные, там мой личный Инстаграм, моя личная страничка в Фейсбуке. Ага. Все, что касается вот этих публичных... групп, еще чего-то. Нет, еще ну, Твиттер — это тоже достаточно публичная вещь. Твиттер, да, но вообще Инстаграм облегчил мне жизнь, потому что я сразу с Инстаграм выкладываю и в Твиттер, и в Фейсбук, и в ВКонтакте, и во все. Угу. Вот, тем самым как-то везде у меня что-то происходит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».